Azərbaycanı öz vətəni hesab edən Azərbaycanlı xalqlardan biri olan Malakanlardan danışacağıq. Beləliklə, ənənə bağçası efirdə. Malakanların sayı azalsa da, özlərinin tarixi məişətini yaşatmaq və gənc nəsillərə ötürmək üçün Rus tarixi və məişəti muzeyi də fəaliyyət göstərir. Hoş gördük. İstəyirik sizi tanıyaq öncə. Salam. Hoş gəlmişsiniz. Здравствуйте. Вы находитесь сейчас в селе Ивановка Исмалинского района Азербайджана. Я Житков Иван Васильевич. Ну, в данное время работаю временно исполняющим заведующий Дворцом культуры. Вот в этом музее я хочу сказать, что много материала, который рассказывает о жизни и деятельности в основном в советское время, ну и немножко уже в постсоветское время, когда Советского Союза не стало. Село Ивановка было очень огромное, конечно, с развалом Союза. У нас в советское время, в конце Советского Союза, население села Ивановка составляло около 5000 населения, 5000 жителей. И все участвовали в колхозной жизни. После развала Советского Союза, когда уже стали проводить сельскохозяйственные реформы, значит, в 1996 году решили разделить все земли частные. Наш колхоз на общем собрании решили остаться колхозом и работать коллективно в дальнейшем. Burada ne kadar экспонат var? Где-то 150 экспонатов здесь есть. Разного жанра, разного значения. Многие приходят, говорят, у вас музей вроде бы небольшой, маленький, но насыщенный. То есть очень много всякого материала. Ən qədim əşyanız hansıdır bəs? Ну, я думаю, самый старый из здесь экспонатов, находящихся здесь, это вот эти вот сельскохозяйственные орудия, которые использовались еще, наверное, до революции, до советского времени. Плуг старого образца, ну, серпы раньше в советское время, в раннее советское время работали серпами. Вот тут сами видите деревянные все изделия, которые раньше использовали. Ну, я думаю, это вот это самое такое старое из экспонатов. Видно вот здесь чугунки, в которых готовили обеды. В последние, даже и сейчас используются такие чугунки, готовят на свадьбах, на национальных каких-то обедах, лапшу готовят в таких чугунках. Her evde var da bundan. Ну, сейчас уже в каждом доме, может, нет, потому что мир меняется, все это отходит, современная посуда не такая, но все равно у некоторых сохраняются, они используют. А вот когда общественные празднества какие-то, все равно мы лапшу готовим именно в таких чугунках, чтобы она была вкуснее и слаще. Ну вот разные тут бочоночки, где можно было хранить, ну, вина. Вот, вот небольшой сундучок в каждом доме. И до сегодняшнего времени есть большие такие сундуки, в которых хранили, ну, это как национальный, наверное, такое вот сундучки, они у всех есть, но именно у Малакан, вот они сундучки вот такого типа. Здесь вот можно увидеть старинный утюг, которым гладили с помощью
уголь туда насыпали горячий и гладили. Ну, разные приспособления для изготовления, ну, старинной обуви тут, а вот чесали шерсть, от овец шерсть брали и расчесывали ее на таких вот инструментах. И черепицу. У нас многие дома, если вы обратите внимание, многие дома под черепицей. И эту черепицу мы в свое время колхоз сам изготавливал. Так, вот здесь вот ткацкий станок. Вот тут можете посмотреть. Старая женщина, как-то у нее сохранился. Это, я не знаю, сколько ему, наверное, ну точно, 100 лет точно. Ткацкий станок вот такой, ну, в свое время ткали на таких станках. Множество фотографий, вы сами видите, очень много фотографий. И вот основную фотографию я хотел ваше внимание уделить. Вот Никитину Николаю Васильевичу. Он около 40 лет руководил колхозом, создавал все. Вот этот дворец культуры, детский сад, коровники на колхозном дворе. Очень много в его руководстве это было создано. Он так экономику поднял на высокий уровень в колхозе, что миллионы и доходы были. Очень, очень колхоз тогда славился на всю... Да, очень славился не только в Азербайджане, но и в Советском Союзе еще тогда. И после у нас в Ивановке дважды был... Гейдар Алиевич Алиев в свое время дважды. Bu balaca məkanda tarix var. Hər güşəsi sizin tarixinizdir və siz bugün bu tarixinizə sahib çıxıb gələcək nəsillərə də ötürürsünüz. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Sağ ol. Sağ ol müəllimə. Təşəkkür edirik. Будьте здоровы, не болейте, приезжайте к нам в Ивановку, мы всегда рады приветствовать всех, в том числе и в частности телеканал «Хезер». Спасибо. Спасибо, вам всем удачи. Azərbaycanda məşhur olan İsmayıllının İvanovka kəndinə vaxtilə Rusiyadan köçmüş Malakanların nəslinin davamçıları yaşayır. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. Не вар, не йох? Яхшиди. Яхшилықты? Яхшиди, да. Яхши хава вар. Отурмусуз мэхлэнзин ағзында. Ну, как вы поживаете? Потихонечку, что слава Богу. Уже? Все, Бог дал, до сколько дожили. Уже 85 мне, ей 80. Машаллах. Заботали, я 55 лет отработал в колхозе. Можно рассказывать, да, говорю? Да, да. Работал комбайнером, ездил, Алиев посылал в 70-м году. Он к нам приехал, как стал, он в 69-м приехал Алиев, а в 70-м вызвал нас от райкома партии, я поехал на Целину. Нас послал 5 человек с Ивановки, работали на Целине. Я там первое место занял, в нашем отделении, где я был. Получил очень много, мне дали, наградили, дали премию. 2 тонны пшеницы я привез домой оттуда, премию дали. Деньги хорошо заработал. 750 гектар я сделал, 300 на свал, 400 подобрал. Работал на Целине. Она в колхозе, ты рассказываешь, как? Ну, а мы я в саду, у нас делянки были свои. Ага. Ходили, обвязали, подвязывали, копали, все на этой делянке. 5 детей родила. 5 детей тоже. Маша. 50 лет папа пошла на пенсию, потому что 5 детей. Ага. Да. Работала в складе. Где там ушел мусор? Как вы познакомились? Мы, да, получилось и так. Я пришел с армии, ногу сломал. Как раз вот я ногу сломал, когда с армии пришел. На комбайне тоже мне председатель послал, там колхоз «Красный Октябрь», Удярский район. Оттуда выехал, зерно возил, машинка отдала меня в ногу, ногу сломала. Пришел в клуб, и я там.
И вот мне судьба подсказала, он будет твой муж. Совсем мы не знали, не ходили я к одному. Я ее не знала, она и меня не знала. Здесь вы познакомились? А познакомились, потом я скажу, как в клубе. Клуб братан ушел. Да. Он пришел с батиком, а я там с девочками стою. Я говорю, у него это будет мой муж. Вот судьба мне подсказала. И вот столько лет а живем. Я ее еще не знал. 17 июля мы сделали свадьбу. В 60-м году. И вот с этих пор уже... Меня шел 24-й год, а я 18 сравнялась. Школу кончила и... Вот такая вещь. У нас мы познакомились. Да, я вот с тех пор мы... Я работал на комбайне, а она вот работала в саду. На винограднике работала. С Алиевым у меня как получилось? Приезжаем с Целины, а он... Это самый Коля Беляков приезжает к нам сюда, в Ивановку, в 80-м году. Это Коля Беляков, а меня посадили в президиум, как передового, хороший работник. И с тех пор он меня Коля Беляков, приезжает второй раз, я в поле кашу в июле. Да, в начале июля приезжает второй раз, в 82-м году. Приезжает так, часиков 10, в 11, они в гостинице переночевали. А где это Коля Беляков? Представьте, вот на комбайне. Я прошу вызовить его. За мной машина подъехала, берут меня из поля, привозят. Комбайн штурвальный, ему помощник начал работать. Я приезжаю, приезжаю, они идут к магазину. К магазину и останавливаюсь. Поздоровался, здорово, здорово, Коля. Он никогда не сказал Николай или там Беляков. Коля всегда. О, Коля, здорово, Алиев. Я поздоровался, дал руку, все. А где находится? Косим в поле, все. Ты что хочешь, подарок? Меня спрашивают. Что вы хотите подарок, чтобы я вам подарил? Он меня спрашивает. Я говорю, товарищ Алиев, у меня, говорю, телевизор маленький Алита. Тогда маленькая Алита, вы помните, вы нет? Видали нет, вообще? Не знаю, да, вы еще не были, наверное, тогда, да. В 80-м году это, в 82-м. Алиев. Говорю, вот такая вещь, говорю, нету. Телевизор хочешь? Он сразу там... секретарю нашему комсомольской организации. Идите с ним, какой он выберет, от имени меня берите ему. Я пошел даже Слаутич 219, это 119. 19-й Слаутич 119. Я самый большой, вот такой вот, вот этот телевизор. Он, ну что, Беляков, когда вышел? Тут назвал Беляком. Говорит, ну что, Беляков, нашел что-нибудь? Я говорю, нашел большой, хороший телевизор. Вот. Приезжаешь с работы, к вечеру телевизор у тебя дома будет. Приезжаю домой, к вечеру с работы телевизор дома. Бес бу медаллар не için veriblər size? Hansı xidmətlərinizə görə veriblər? Вот это первый орден Октябрьский. Первый мне вот это дали, орден Трудового Красного Знамени. Вот это, за труды, видишь, орден Трудового Красного Знамени написано вот тут. О, ilk medalınız olub. Да. Вот, слушайте, дали его мне это в 73-м году. В 79-м году вот это дали. Это дали в 90-м году, вот это дали, ветеран труда. А это давал, вот это вот удары коммунистического дали дети в 67-м, по-моему, вот так. А это победитель соцсоревнования. Мы тогда так, дают нам бумаги, лист, пишут акт. Мы на нем пишем, даю обязательство скосить 200 гектаров. Не пожар, ничего. Добить 1000 тонн. Вот я писал, хоп, победил, сделал, меня дали. Потом через 5 лет еще, вот они уже, они года указаны какие-то. Араларында кызыл оланы бар. Вот они кызыл, вот все. А вот это, а вот это где? Вот это вот, это медаль ВДНХ СССР за достижение в народном хозяйстве. Maşallah olsun. Aileniz həmişə belə uzun ömürlü, mehriban olarsınız. Nəvə nəticələr də yanımızda. Təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun. İllərdir fəaliyyət göstərən və Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən Malakanların da özünün folklor qrupu var. Və biz də gedirik həmin folklor qrupu ilə yaxından tanış olmağa. Каждый день мне Иванов косилася, и подружка Аленка моя. Каждый день мне Иванов косилася, и
Hoş gördük bir daha. Əvvəlcə sizi tanıyaq, qrupunuzu tanıyaq. Qrupunuz nə vaxt yaranıb? Группа наша образовалась очень давно. Ну, хор наш начал действовать при первом еще председателе Никитине Николае Васильевиче. Ну, с тех пор много времени прошло. Люди менялись, уходили молодые, приходили, но хор оставался. Вот с тех 70-х годов у нас хор существует. Ну, сначала он назывался хор села Ивановки, а потом уже где-то лет, наверное, 15 тому назад он начал называться у нас хор «Славяночка». Песни мы поем, конечно, разные, начиная колхозные, лирические, шуточные, всякие, какие только душе угодно, все песни, мы много очень песен знаем. Хараларда чыгыш эләмисез ән чок? Наверное, в Азербайджане уже места такого нет, где мы не были. Во многих городах Азербайджана мы были, даже в Белоруссии приглашали. Ну, а по Азербайджану, Баку я уже не говорю, на каждый фестиваль, все. А так, и в Щеки, и в Сальянах, Девичи, Кидабек, это, Гянджа, ну, многие города, вот, кругом-кругом. Ивановканы тәмсиләмсез һәр ердә. Да. Ханымларын гешен геймләре бар. Ну, одежда у нас менялась. У нас уже набралось очень много костюмов, и платья, и сарафаны разные. Все, ну, нам вот время от времени обновляют, шьют новые костюмы. Лада, пекет сізі таньяк, адарнызы дейесіз ханымларында. Меня зовут Ольга Семеновна Серебренникова. Вот, конечно, уже мы не молодые все здесь, бабушки. Но молодые, к сожалению, никак-то не хотят идти, потому что не знают народных песен. Современная молодежь, она к народным песням. А вот приезжают гости, они хотят, чтобы мы спели народное что-то. Вот поэтому мы еще держимся, мы существуем, потому что мы знаем очень много народных песен. И не только как русских там народных песен, а именно вот малаканских. Вот народ, который жил здесь, в Ивановке, они... Образовался Иван по 200 лет назад. Вот когда они пели эти песни на улицах, на разных свадьбах, там все. Вот эти даже старинные песни мы тоже знаем. Группун бәди рәхбәри сезсез. Ханымларна иштемек сезе чатын дейл? У меня женщины послушные. Потому что мы петь любим. Это наше как хобби. Да, самое основное, мы ходим, когда человек да. любит петь, любит. Вот остались те, которые любят петь. Вот поэтому. Хор был большой, до 30 человек у нас было в хоре. И отдельно было 22 человека, была танцевальная группа молодежная. Это мы тогда первый раз, когда организовали такой большой хор, ездили в Баку на 17-й съезд профсоюза. Вот. А сейчас 6 осталось, да, группа? 7, вот осталось, да, что? 7 нафер галып, группа 7 нафер. Ну, есть танцевальная группа, уже молодежь, вот ученики они. Они там для себя танцуют иногда, когда приглашают. Ну, они приходят, там их человек 6, 3 пары. Вот, они танцуют. Ну, они учатся, это молодые совсем. Size uğurlar arzuluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra belki gelecek nesil sizin mahnılarınızı sevdi ve yolunuzu da devam ettirdi. Belki bir mahnıyla da beni yine yola salarsınız. Да, конечно, споем. За горою колодца, где студеная вода, вслед за жнейкою вязала снапы девка молода. Вслед за жнейкою вязала снапы девка молода. Ой, вязала девка, пела, что в колхозе любо жить. Рамазан севинчинизи Мадейра ile bölüşün.
Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ildən çoxdur ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Hal-hazırda müştərilərimiz seçilmiş bir çox Madeira mebellərini nağd alışlar zamanı 25% endirimlə əldə edəcəklər. Həmçinin 18 ay faizsiz kreditlərdən faydalana biləcəklər. ...76 satış nöqtələri ilə alıcıların xidmətində olan Madeira brendi müasir, funksional çeşidli yataq, qonaq, yumşaq, uşaq, dəhliz və mətbəx mebelləri ilə zövqünüzü oxşamaq üçün çalışır. Mebel çeşidlərini istər dəst, istərsə də ayrı-ayrılıqda əldə etmək imkanı var. Ətraflı Ulduz 96-96. Madeira sizə uyğundur. Azərbaycanda istehsal olunan Bella məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir. Sərfəli qiymətə yüksək keyfiyyət əldə etmək istəyən xanımlar üçün optimal variant olan Bella məhsulları sizə bol çeşid sırası ilə təqdim olunur. Milli mətbəximiz yağlı yeməklərlə zəngindir. Xanımlarımız Bella qabıyan maye ilə yağlı qabların öhdəsindən anındaca gələcək. Bununla yanaşı əllərində qorumuş olacaqlar. Bella, təravəti hiss edin. Mən saç ustasıyam. Gördüyünüz isə reklam deyil. Hər kəsin arzuladığı reallıqdır. Çünki gözəl saçların sirrini də mən bilirəm. Saç tökülməsi, kəpək, atın başınızdan. Gözəlliyinizi bəsləyin. Bitki tərkibli ekstraktı ilə hər kəsin arzuladığı ipək kimi hamar, yumuşaq, parlaq, həcimli saçların təbii gözəlliyini Fitoton şampunlarında tapdım. Fitoton, təbiətin sirri bir flakonda. Herbaflora Fitoton şampunlarının təbiiliyinə və keyfiyyətinə zəmanət verir. D vitamini insan sağlamlığı üçün əvəzsizdir. D vitamini günəş vitamini adlandırılır. D vitamini çatışmazlığı 21-ci əsrin pandemiyasıdır. Dünya əhalisinin 70-80%-ində rast gəlinir. D vitamini tərkibli defans, sümükləri və dişləri möhkəmləndirir. Depressiyanı azaldır, orqanizmi enerji ilə təmin edir. Şəkərli diabet, ürək damar, xərçəng xəstəliklərinin riskini azaldır. Defans immuniteti gücləndirir. COVID-19 infeksiyası ilə mübarizədə viruslara qarşı müqaviməti artırır. Xəstəliyin ağırlaşması və ölüm hallarının qarşısını alır. Defans ilə günəşi evinizə gətirin. Malakanların Sabraniya adlanan dini məclisləri hər həftənin bazar günü keçirilir. Həmin dini məclislərə xüsusən yaşlı nəsil nümayəndələri qatılır. Öz təmiz paltarlarını geyinirlər və məclislərdə iştirak edirlər. Bibliyadan kəlamlar da oxuyurlar. İstəyirəm, əvvəlcə özünüzü təqdim eləyəsiniz və bizə İvanovkada olan kilsə haqqında məlumat verəsiniz. Конечно, добро пожаловать к нам в Ивановку, в наше село. И на сегодняшний день вы свидетелями тому, что в нашем селе проживают малакане. Это вера, исповедание, которое мы сохранили с древних времен. Пришли наши предки, которые жили в Тамбовской, Воронежской, Орловской губерниях. И люди ради сохранения своей веры пришли на эти земли, в Азербайджан. И сегодняшний день мы, потомки наших предков, продолжаем наши традиции, продолжаем наши обычаи, вероисповедание, которое нас учит тому, чтобы мы были дружелюбны, любили всех людей, живущих на земле, невзирая на нацию, на вероисповедание, чтобы всех достойно принимали в своем доме. И, конечно же, вот на сегодняшний день мы, служители Христовы,
ходим, прославляем имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Конечно же, на сегодняшний день церковный дом наш, дом молитвы, закрыт в связи с этим, с коронавирусом, с пандемией. Но мы все равно находим такие возможности, чтобы нам вместе уединенно собираться, читать Слово Божие, пропевать его, псалмы Священного Писания. И, конечно же, по традиции наших предков продолжаем проводить обряды. И, конечно же, хочу сказать, что очень мы благодарны нашему руководству, нашему президенту, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу, который обращает на нас свое внимание в том, что мы свободно несем свое вероисповедание. Вообще Азербайджан – многонациональный регион, где проживает очень много национальностей, и нет притеснения какой-то к вере. Все веры исповедуют свое вероисповедание. И также очень развит мультикультурализм в Азербайджане, за что мы очень благодарны нашему президенту и его супруге Мегрибан Ханум Алиевой. В свое время у нас было обращение к нашему президенту, господину Ильхаму Гейдаровичу, в том, что у нас очень много находится людей в преклонном возрасте, и очень тяжело было посещать им с болезнями, с такими, что дом молитвы. И они откликнулись на нашу просьбу, подарили нашей общине новый микроавтобус. На сегодняшний день обслуживаем наши братьев, сестер, и будь это похороны, привозим, отвозим и продолжаем наше служение, нашу веру. Когда были вот эти последние события, военные действия проходили в Азербайджане, вся наша община держала трехдневный пост, молились. Господь услышал молитву не только нашу, но и все вместе азербайджанцы, живущие в нашем районе и по всей республике, которые провожали своих детей, братьев на эту войну. Они вместе с нами молились, вместе просили, и Господь услышал наше обращение к Нему. И на сегодняшний день мы видим, что в Азербайджане опять мир процветает. Çok şükür. Sizin dini mərasimlərinizin keçirdiyi evlə kiliselərinin arasında nə kimi fərqlər var? Если вы обратили внимание, вы заходили к нам в дом молитвы, то у нас все очень просто. Наша вера, исповедание, мы верим в Бога живаго. В отличие от православия, православных христиан, у нас нет икон, нет лампад, свечей. Мы просто верим в Бога живаго, просим, молим, умоляем Его, только в этом у нас все различие. И у нас также нет и водного крещения, как у православных. У нас нет погружения, омытия тела, которые есть такие вероисповедания, как православные, баптисты, пятидесятники. У них есть такие обрядовые служения, как крещение водою. Мы, духовные христиане Малакани, мы верим в крещение Иисуса Христа, который сам крестился, дабы исполнить закон, и как один Христос претерпел страдания за весь род человеческий, принес одного себя в жертву за род человеческий. Также мы считаем, что Он принес крещение, принял свое за всех нас. И мы, если крестимся, то крестимся Духом Святым в Его погружение. То есть нас обволакивает со всех сторон учение Христа. Вот. Это наше крещение. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah bütün ibadetleri kabul etsin. Allah bütün ettiğimiz duaları kabul etsin. İnşallah hemşe ülkemizde bak böyle azat firavan yaşayak. Teşekkür ederim. Спасибо, Господь. И хочу также вам пожелать, чтобы ваши дела, ваши успехи были бы всегда сопровождаемы Богом. Только нужно верить и уповать. Пусть будет мир в ваших домах, в ваших семьях. Всегда, чтобы с вами был Господь, чтобы Его рука была всегда над вами. Çok sağ olun.
1930-cu ildə hər yerdə olduğu kimi İvanovkada da kolxoz quruldu və bu kolxoz öz fəaliyyətini hələ də davam elətdirir. Öz bacarığı, uzaqgörənliyi və işsevərliyi ilə seçilən Vasili Nikolayeviç Nikitin bu kolxoza düz 1994-cü ilə qədər, yəni 41 il rəhbərliyi etdi və bu kolxoz öz fəaliyyəti ilə məşhurluq qazandı. Azərbaycanda hazırda malakanlar Bakı, Sumqayıt, Şamaxı, İsmayıllı və Gədəbəylə də yaşayırlar. Özlərinə məxsus folkloru mədəniyyəti olan malakanların mətbəxi də zəngindir və biz hazırda gedirik onların mətbəx nümunələrini çəkməyə. Hoş gördük. Bugün siz bizə İvanovkada yaşayan malakanların mətbəx mədəniyyətinin nümunələrini göstərəcəksiniz və siz göstərəcəksiniz ki, bizim evə gələndə, yəni sizin evə qonaq gələndə onlara nə verirsiniz? Hansı yemək nümunələrini verirsiniz ki, məhz bu yemək nümunələr sizə aiddir? Bugün görürəm ki, masada həm əriştə var, həm də blinçiklər var. Siz blinçikləri ilə məşhursunuz, bir də əriştənizlə məşhursunuz deyəsən. Лапшу мы сейчас будем готовить, когда отвар закипит. Делается отвар, мясо ложится, говядина. Потом ставится в печь. После этого 2 часа проходит, вынимаем из печи чугун с мясом. Мясо отделяем, отвар процеживаем. Потом этот отвар снова ставим в печь. Вот сейчас стоит отвар в печи. Пока это все готовится, мы сейчас сделаем наглядное изображение блинчиков. Блинчики с мясом. Готовые блинчики делаем, разворачиваем. Bunu necə hazırlamısınız? Да. Bizim bildiyimiz standart xəmirdən. Да, стандартный, да. Nə var içində? Это молоко, яйца, мука, сода, песок, соль, всё. Делается, печётся на газе, на сковороде. Вот сделали блинчики, теперь делают это мясо, пережаренное с луком. Добавляется блинчик, заворачиваем. Bu qonaqlar gələndə bunu verirsiniz qonaqlarınıza? Да, это бывает обычно, когда гости или обычно это наша еда. Это бывает на праздники готовят, кто-то готовит каждый день. Но обычно такая вещь мы делаем или на свадьбу, или на день рождения, как-то традиционная пища. Bəs bunu xəmirinə nə vurmuşuq? Это лапша, лапша готовится, домашняя лапша. Она готовится, её делают из яиц, мука, яйца, соль, вода, всё. Больше ничего. Карыштырыq, яйырыq, лавашом катается и режется очень мелко. Вот потом этот, ну, у нас лапшу обычно готовят, когда гости. Традиционное тоже блюдо наших сельчан. Это значит, делается на похороны, на свадьбу. Ну, на большие обеды. Раньше, когда наша Ивановка стала процветать, ну, люди стали туда появляться, здесь стали жить, это была вообще-то еда на каждый день. Люди были бедные, нечего было кушать. И всегда, а всегда яйца, вода, мука всегда у них была. И поэтому делала лапшу. Бабу кадары hazırlamaq üçün bizdə neçə dənə yumurta lazımdır? Nə qədər un lazımdır? На порцию делается 30, на порцию лапши делается 30 яиц. Из 30 яиц... 30 юмурта. Да, 30 яиц. Делать там по вкусу соль добавляется и вода. Там су мука, все по вкусу. Все стандарт. Когда уже все это тесто вымешивается... 30 юмурта, я не кадар ум вырурух. Примерно, может быть, килограмма 4-5. Deməli, 30 yumurtaya 4-5 kilo yaxın 5-6 kilogram, da. Duz zövqə görə vuruq. Suda xəmir tam yumuşaq olana qədər. Vada dəbavləyəsi qədətə pol stakana. Pol stakana vada. Yarım stakana su. Остальное всё делается с яиц.
Хорошо вымешивается и раскатывается лавашом. Потом его сушат или в печках, в русской печке. Обычно сушили лаваш в русской печке. Сейчас как таково делают на солнце кто как. И доғырғаннан сонра оны қурудырық, істерсіз собада, істерсіз күнешлі ауа оланы доғырғаннан сонра қойырық қурудырық. Но на второй у нас получается картофель. Картофель тоже варится, потом чистится и режется мелкими кусочками. Засыпается в чугун, потом заливается молоком, масло и сметаны. И тоже ставится в чугун. Ну, сейчас по ходу вы посмотрите. Ага, demeli biz əti qaynadırıq, ətin suyuna bunları əlavə edirik, yarım saat pişir. Sonra zövqə görə istəyirik isə əti xırda-xırda doğrayıb üzərinə əlavə edirik və ayrıca kartoşka qaynadırıq. Kartoşka soyuruq, onu da doğrayırıq. Süfrəyə verəndə kartofla bir yerdə. Kartoşka podayutsya vmeste s mesom. Ayala. Сейчас увидите. Başlayaq o zaman. Ətimiz də ayrıca bişir, xəmir də ayrıca bişir. Bükəndən sonra yığırıq belə bir qaba. Sobanın qabına. Üzərinə smetanı çəkirik və sobada yenə bişirməyə qoyuruq ki, qızarsın. Hazırladığımız blinçikləri bax elə gördüyünüz həmin o rus sobasının içərisində salıb bişirəcəyik. Kartofumuz bax belə ayrı. Süt tökmüşük içinə. Воды нет. Здесь молоко, сливки и масло сливочное. Demək olar ki, hamısı hazırdır. İndi süfrəyə verəcəyik. Xatırladıq ki, kartofun içində həm kərə yağı, süt və qaymaq yaxşı-yaxşı əlavə edildi və qoyuldu peçə, bişsin, öz vamodda bişsin. Первая ложится на стол у нас лапша, потом подается картофель с мясом. Ellerinize sağlık, çok lezzetlidir. Her birinin ayrı ayrıda çok lezzetli tadı var. Mühteşemsiz, teşekkür ederim. Спасибо вам. Приятного аппетита. Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində yaşayan malakanların dövrümüzə qədər gəlib çıxan milli adət-ənənələrini, mədəniyyətini, folklorunu, mətbəxini çəkib sizə göstərməyə çalışdıq. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!